смысле зачем? Удостоверение будьте любезны в развернутом виде. А вы не могли бы поближе, я плохо вижу. Фонариком посвящу. Майор полиции Щукин Андрей Владимирович, инспектор 24 февраля 2020 года. Андрей Владимирович, вам необходимо проверить документы на транспортное средство. Что вы говорите? Вам необходимо проверить документы на транспортное средство. Я хочу ваше водительское удостоверение увидеть. Основание? Основание управления на красный свет. То есть, я правильно понимаю, я нарушил правила дорожного движения? В этой связи вам необходимы документы. Я хочу увидеть ваши документы. Наличие их, в принципе. Всегда. Очень странно. Вы изначально, давайте лукавить не будем, подошли и сообщили мне, что вам необходимо проверить документы. После того, как у вас гражданин попросил предъявить удостоверение, вы свое мнение поменяли, говорите, я уже... Я не менял мнение. Я поехал под красный сигнал светофора, что не соответствует действительности. Давайте тогда... Вы же присягу давали, да? Я конечно. Спросил документы, правильно? Правильно. Проверки, есть ли они у вас или у вас это... Вы прекрасно понимаете, как должностное лицо, по каким основаниям осуществляется проверка. Ввиду того, что вы мне сообщили, вы их просто хотите проверить, я тогда вас отсылаю на ваш коллизионный приказ 664 на пункт 106, из которого следует, при каких основаниях проверяются документы на транспортное средство. Какие основания? Вот вы говорите, я нарушил правила дорожного движения. Хотя нет, вы сначала сказали, что вам необходимо проверить. Потом вы свое мнение поменяли и говорите, что я нарушил правила дорожного движения, что не соответствует действительности. Я даже пошел разговор, не предъявляете. Вы спросили, почему вас. Я вам дополнил, почему. А, уже нарушение. Нет, я вам дополнил. Так давайте дополнять тогда по... наличию административного правонарушения визуально 12.5, часть 3, прим. 1, тонировка. Номера регистрационные установлены не по ГОСТу, можно там на выбор. Часть 1, часть 2, статьи 12.2 КВАПРФ. Ну давайте уж в рамках законодательного поля вы уж определитесь. А то, знаете, тут играем, тут рыбу заворачиваем. Меня зовут Денис Геннадьевич Таташвили. Я только за законность, только из этих соображений. Поймите правильно. Когда мы будем строго по закону, тогда, соответственно, и я буду соблюдать законодательство. Да? Давайте по понятиям, давайте по понятиям, давайте по-пацански, давайте по-пацански пообщаемся, и все, и вопрос закрыт. Просто надо определиться, мы либо так служим по закону, либо мы играем по правилам, в негласном. Гласно, негласно, я еще раз говорю, я вот спросил, как мне туда отказаться. Отказываюсь от чего? Для проверки. То есть вам только необходимо убедиться в их наличии. Наличие тоже. Если гражданин сидит за рулем, он должен быть отпустить. Я с вами согласен, но должны быть основания для проверки документов. Вы же прекрасно знаете, как должностное лицо. Не испытывайте судьбу. Всего доброго. Всего доброго. Не нарушайте законодательство, вопросов к вам не будет. Подтяните хоть немного, почитайте федеральный закон номер 3 о полиции, почитайте 664 приказ. Да. Ну и все же будет. Всего доброго. Вот как дальше общаться с инспектором?